Ну и это самый центр Винницы. Плюс 23 на главном градуснике города, 13.09, 13 сентября. Ух, загоревшие какие винничане, а! Из Мальты, наверное. Это самый центр, вот я здесь. Да, водонапорная башня, знак, флаг освобождения Винницы здесь водрузился. В марте месяца, 20-х числах. Официально так. Вот трамвай еще появился. Наверное, он уже по кругу прошел. Ну нет, так быстро вряд ли. Пару штук и ходят в городе. Чешские. Цеба, хотел сказать. Цеба — это обувь, да. Так, ну и вот тут фасад этого главного все-таки здания. Он такой белый, а там уже не видно, то можно и оставить его в оригинале, да. Здесь сохранились те самые стародавние постройки Артынова, главного архитектора Винничины. И также и улицы называются здесь, также Николая, так? И памятник есть небольшой Артынову. Так, хочу и здесь, на фоне города, мой город Винница. Вот так хотелось бы подальше, но ладно. Все один, сам себе режиссер, и всегда с собой беру видеокамеру. Причем сейчас это удобно, и тебе и телефон, и все остальное в одном. Это круто. Ну и когда нормального качества, тоже нравится, правда? Вспомнился Олежка. Пиксели, пиксели добавь, да? Добавь, Олежка, пусть фирмы работают. Так, мы вперед. Ну еще, ух ты, оригинально. Вот, это приятно, такие фишки репортажа. Такой машины я не видел в Виннице. Одно колесо сзади, два спереди. Но на заводскую не похоже, возможно, самодельная. Так, ну и включение сделаем еще с Парижа. Или с пятачка футбольных фаналов. Фаната. А, есть фонтанчик, да, именно оттуда сейчас еще отключимся. Двигаемся туда. Шикарное тенистое место здесь рядом. Центральная точка, где я только что был. Освежающий фонтанчик. Ну и футбольная биржа. Или так, тусовка, сходка была именно здесь. Вот чуть подальше за фонтаном, у этой стенки газетной. Она была раньше. Сейчас там какие-то картины вижу. Какие-то работы ручной работы, иконы. Возможно, ну и здесь отель небольшой и прекрасный. О, какой ветерок свежайший. Так, еще да, я вот замечаю, ну, день города был на выходные. На утро я во дворе спорта на велосипеде. Много баночек, бутылочек алкогольной продукции. Алкоголь атакует до нас. Мы держимся, крепимся, да, где-то хочется, где-то сдерживаем себя. Да, это бич, беда все-таки нашего времени. Привлекают с малоалкогольных типа, долой алкоголь. Много было всего кругом. Но сейчас смотрю, все чисто, все убрано. Не вижу заполненных люков и урн бутылочками и баночками. Все вовремя убирается. Ну так было заметно с утра, еще на следующий день. А сейчас все прекрасно, так что службы работают. Ну а насчет алкоголя мысль понятна, да? Это беда. Много чего видел, особенно на морских просторах. Да, и жаль, что дети это все видят также. Как они это воспринимают, мне непонятно. Ну и курительные также, все, что выпускает дым, на мой взгляд, это негативно влияет на наши организмы. Придумали разные кальяны, электронные палочки, трубочки. Раньше, конечно, всего такого не было. И алкоголь был, пиво, коньяк, водка. А сейчас придумали разные спрейты, коктейли, напитки, наливки. Поэтому, ребята, к добру не доведет. В умеренном, возможно, не получится. Хотя так многие говорят, а в большом это противопоказано. Двигаемся, Винница. Я рад
что я нахожусь здесь, в Виннице, такой прекрасный день с прекрасными земляками, винничанами. Это супер. Ну и, возможно, кто-то из других городов здесь также есть. Я всех приветствую и приглашаю на прогулку с орешком. Координаты мои есть, пожалуйста, я открыт. Опять еще раз хочу об этом сказать. Звоните, приезжайте, у меня время всегда найдется для вас. И предпочтение девушкам. Худым, одиноким, не курящим. Так, чуть-чуть слегонца. Надо об этом также. Звоните, приезжайте, все будет окей. Ой, как тут приятно, тенисто. Вот прямо в центре города, молодцы, что это дерево здесь на месте. Не трогайте его. И зелень должна быть всегда и везде. Я думаю, вам нравится мой репортаж, да, особенно вот кто подписались на море. Но море. Вот теперь город. Еще Вишенское озеро также впереди. Еще также планируется ледовые баталии с Вишенского озера. Все это будет. Будет очень интересно. Но я стараюсь сделать так оригинально, чтобы было. Не просто. И интересно. Так, хочу поближе еще к фонтанчику подойти. Красиво шелестит. Даже не буду перебивать звук фонтана. Еще немаловажно, дата 1911 год. Вот представляете, сколько лет, да, строители оставили такую память о себе. Но кто это, где это, кто скажет? Конечно, давно их уже нет, этих ребят, а может девушек. Девятка такая прикольная, оригинальная, из кирпичиков, 1911 РИП Винниця. И 2021 рік. На скорячок так посчитал, 90 и 20, 110 что ли? О, целый век прошел. Ну невероятно просто. Нахожусь у кинотеатра Коцюбинского в центре Винницы, улица Соборная. Знаковое место для многих. На довоенных, послевоенных фотографиях это место частенько есть и появляется. Почти не изменилось, так? Что-то изменилось. Кинотеатр, два зала, голубой и красный, так вспоминаю. Прекрасные, уютные залы, зал игровых аттракционов. Буфет. Также встречи с девушками, мальчиками, компаниями здесь проводили. Ну, это областная рада. Вот такое тут здание. Также не изменилось, колонны все так же. Есть фотографии, немцы гуляют здесь. Так, все это есть в открытом доступе. Смотрите. Ювелирный магазин «Сюрприз» раньше назывался, но сейчас названия нет. А я нахожусь у библиотеки имени Тимирязева. Я думаю, ничего не изменилось в названии, хотя все возможно. Но вот также библиотеку поднял из руин герой Радянского Союза Иван Митрофанович Филипповский. Який очолював вот длительное время, ну около 20 лет. Библиотека Тимирязева. Я думаю, она также актуальна, также работает. И это также знаковое здание. Руины, да, было на фотографиях. Прямо буквально без окон, без дверей. Все было выбито. Стоял один каркас. Ну и все-таки вот до наших дней, до наших часов, времен
это здание есть и функционирует и живет. Это тоже круто. Красота. А тебе не хочется открываться. С другой стороны табличка, да, все так же областная, универсально. Наукова библиотека имени Тимирязева. Есть, все отлично. Так, ровер ждет. Следующий репортаж с Парижа. С Парижа в Виннице. Ну и начнем мы, конечно, с музыки в студию. Мы на Париже. Так называют это место винничане, коренные винничане, кто прожил много-много лет. Тут находились часы на такой стойке со стрелками. Сначала простые, потом обновили, сделали современные, электронные. Ну и сейчас Париж без часов. Так где-то афиша такая осталась ретро. А так тут назначали встречи также компании, влюбленные. Вот на этом месте. Тут уже и фонтанчик появился. Конечно, раньше был Союз Печать, газетный киоск. Также на фотографиях ретро города есть. Аллейка была простая. И здесь были интересные встречи. Так, ну что, я уже подустал, честно говоря. Материала видео достаточно для полноценного интересного кино. Вы со мной согласны? Я еще раз всех приветствую, дорогие. Всем приятного, прекрасного просмотра с орешком. Да, красавица, конечно. Вот я, видите, не просто вот часто, да, красиво, интересно. Какие жители, что, как на данный момент себя чувствуют, да, в чем одет, какое настроение, какие эмоции. Я хочу вот это также все передать. Не просто бу-бу-бу-бу-бу или ля-ля-ля-ля-ля тополя, а так, чтобы было все объективно, ясно и понятно. Это прямая трансляция. Возможно, здесь все идет чисто, без вот на велосипеде, да, надо пешком. Видите, тут водитель так где-то подпугнул. Велосипедист. Не, я в камеру вы. Что он там? Чуть-чуть? Да, да, да. Что? Да, поэтому, ну, пешком велосипед рядом катится. Да, так правильно переходить пешеходные. Порой где-то я, да, нарушаю. Есть у меня такой грешок. Обычно мы вот куда-то спешим. Да, еще вот скорость, темп. Даже вот это чувствуется. Ну, мы привыкли, особенно кто на море, медленно. Да, не спеша, все, хотя я и там бывает спешу быстрее. Но здесь темп ускоренный. Транспорт, все едут, бегут, опаздывают. Поэтому есть такой момент. Но для того, чтобы не спешить, можно делать все по времени, правильно? Все делать не спеша, по времени, четко, тогда вы будете не спешить. Все успевать делать вовремя. Вот, вовремя. Ну и все равно надо спешить, чтобы успеть вовремя, да? Получается так, крути, не крути. Если еще получится что-то интересное на моем пути к Вишенке, на Вишенку появится, я обязательно покажу. Так, это здание отреставрировано также, еще тех времен. Тоже такая память, памятка. А, ну и театр, драмтеатр имени Садовского, конечно. Здесь также пионерские походы, культмассовый сектор, были школьные, массовые, на Новый год, новогодние утренники, елки, также здесь
театре имени Садовского. Загорелые венечане, да? Отмечаем. Ну, видите, кто-то в плаще уже, поэтому тут тоже такое есть. Температуру помним, 23 градуса, дневное время. Ну, кто-то, может, выходит ночью или ранним утром, поэтому тут такая ситуация. Ну, транспорт оживлен, я где-то так оцениваю, что движуха идет. Заполняемость города на все 84% получается. И листики где-то подсыпают уже. Вот, пожалуйста, я как раз здесь уже. Но то что-то с каштанами не сложилось. Что-то пошло не так. Город влияет. Вот про я и про воздух этим самым хочу также. Адаптация. У деревьев не проходит. Ну тут попробуй привыкнуть, да, каждый день на одном месте находиться. Поэтому и деревья также не выдерживают слева и справа. Так, ну да ладно. Здоровья всем, не чихать, не хворать. Орешка, не ставиноча. Да, вот еще, ну сувенир, оказывается, не так просто еще и сделать, еще и подарить. Но я бы хотел с паузой, не в спешке. Почему, дорогие? Я с любовью хочу поделиться своим сувениром фирменным от Орешка. Ну, дорогие, ну, он ждет вас. Всем приятного винницкого осеннего настроения. Морю передаю особенный пламенный привет. И Данюшке, и подругам, которые там еще сейчас находятся и высылают мне приятные, классные, интересные фото. Мне очень интересно. Приятно, дорогие. И всех обнимаю. И желаю всего-всего хорошего. Вот обнял, да, как крепко. Хорошо, счастливо. До новых встречей. Орешка, не ставиноча. 13 сентября. Музыку в студию!